Уважаемые жители Печоры, просим воздержаться от использования беспилотных воздушных судов. Ночью 41-го года, и кто сокрушил его в 45-м, посвящается. Посвящается солдатам-пехотинцам, идущим в атаку под огнем и бравшим города, высоты. Артиллеристам, бьющим врага в Сталинграде. Великой Отечественной войны 1941-го 1945 годов объявляется открытым. Yeah!
улицу, каждый дом. Вспоминаем о тяжелых испытаниях, об искалеченных судьбах, о несбывшихся мечтах. Венок возлагает начальник ПКУ УК-49 УФСИН России по Республике Коми, полковник внутренней службы Иван Владимирович Гонц. Прошла война, прошла страда, но бунт взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Пускай во всем, чем жизнь полна, во всем, что сердцу мило, нам будет памятка дана о том, что в мире было. Торжественному маршу! Почитай мне. Видно было. Наверх. Да? Смотри. До батальона! На одного линейного дистанции! Левое плечо вперед! Равнение направо! Шагом!